Всем привет! Как обычно, очередной обзор свежих моих закупок. И я вам сейчас расскажу и покажу вещи, которые я купил за несколько дней. Попалась мне вот такая вот обалденная железная дорога ГДРовская. В полной комплектации. Все рельсы. Полностью вагончики, все есть. Также я приобрел у этого человека вот такие вот в заводских коробочках вагоны отдельные. Видно, что ими даже не игрались. Но это не подходит к этой железной дороге. Эти вагоны не подходят. Это для другой железной дороги. Больше размером. Я такие же большие продавал железные дороги. Вот попались вагончики там по комплекту. Сейчас я уберу это, чтобы максимально вам показать, что я приобрел. Много есть интересных вещей, которые я приобрел. Ну вот основные я вам покажу. Приобрел я вот такие вот шахматы. Шахмат я купил 4 комплекта. Но те шахматы обычные, пластиковые. Одни только там пластиковые интересные в стиле. Там стиль получается казаки какие-то, но обычные. Вот такие вот деревянные шахматы с утяжелителями. Шахматы полный комплект. Кони деревянные. Все шахматы деревянные. Шахматы не битые, не лопанные. Очень хороший комплект. Вот такие вот шахматишечки я приобрел. Также приобрел вот такой вот фотоаппарат FET. Подзорную трубу. Вот такие вот письменные настольные приборы. У меня их 3 штуки. У одного человека забрал. Полностью в идеальном состоянии. Ни разу не были в использовании. Ручки чистые, перья чистые. Но перья обычные, не золотые. Такие приборы не ставили золотые перья. Вот они в заводских коробочках. Полностью. Также приобрел я 2 приемника. Приемнички целые. Никто ими никогда не пользовался. Они полностью новые. Опять кучу значков мне попалось. Значки разной тематики. Города. Детские значки. Вот такой вот Карлсон в тяжелом металле. Олимпиада, здесь есть олимпийские мишки, не знаю, полная эта коллекция или не полная, будет полная коллекция, я их очень хорошо продам, они продаются очень хорошо. Вот такая вот куколка, кукла большая, забрал я ее недорого, я вам чуть позже потом покажу листочек, ну почем я купил какие вещи. Также приобрел я вот такие вот 2 штофа. Штофы не битые. С родными крышечками. Штофы интересные. Штофы очень хорошо покупают люди. Вот такие вот. Вот. Подписано водка 40 градусов. И обнимает казак. Обнимает или просто... Мужик обнимает вот такую вот бутылку. Сделано оригинально, красиво. Также вот такой вот пан с курительной трубкой. Пузатый, здоровый. Вот такой вот штоф. По мелочевке. Вот такие вот вазочки. Вот это вот у нас Индия. Также приобрел нечастая вот такая вот композиция. Это из
серии «Лесные звери», но в основном попадаются в лесных зверях. Это медведи, лисята, здесь попались оленята. Это нечастые, они без сколов, без трещин, довольно интересные фигурки. Так, буду убирать, чтобы можно было вам показывать. Также приобрел я марочки. Марок приобрел несколько альбомов. Один альбом довольно интересный. Это старые марки, но они на листах. Приклеены к листам, но приклеены на фил-наклейки. Это марки 40-х-50-х годов. Здесь есть интересные марки, можно что-то выбрать. Есть чистые марки, не гашенные. Есть и марка на фил-наклейки, это приятно. Потому что марки бывают просто попадаются, приклеивали их на тетрадные листы. И тогда уже марки, ну, непригодные. Их, конечно, отпаривают, отклеивают, как бы я этим не занимаюсь. Стараюсь продавать в том виде, в котором они есть. Отсюда можно будет выбрать что-то. Вот 58 года марка. Марка в хорошем состоянии. Да, вот есть зубец один сорван. Ну ничего, люди покупают такие марки, пополняют свои коллекции. Полностью вот такой вот альбом с марками, которые приклеены на фил-наклейки. Очень много людей звонят, чтобы я подъехал, посмотрел их вещи. Очень много покупаю. Также, если у вас есть интересные предметы, они вам не нужны, и вы хотите их продать, вы можете на Viber мне скинуть свой предмет. Мы договоримся с вами о цене. И если меня цена устроит, я с удовольствием приобрету. На постоянной основе, вот мне люди скидывают, я покупаю у них, сразу предупреждаю, деньги наперед я не высылаю. Получаю на почте, и в течение получаса, часа я сразу оплачиваю свою покупку. Еще ни один человек не обиделся на меня, что я не оплатил покупку. Все покупки я оплачиваю. Если я договорился с человеком, я сразу же оплатил. Здесь вот я до конца не смотрел. Здесь вот, по-видимому, еще иностранные марки. И вот так вот. Нет, не целый альбом. Я думал целый. Не буду я тогда его разрывать дальше. Сейчас вам покажу, если попробую. Вот так. Ага, все. Нет, еще. О, даже не видел. Здесь еще вот и марки Китая. Я до сюда не долистывал, но здесь вот еще и попались марки Китая. Да, марки также на фил-наклейках. И марки серия чистая, негашенная. Я не встречал еще, ну, негашенную серию. Мне постоянно попадались они гашенные. Эта серия негашенная. Это интересная вот серия. И она негашенная. Мне же самому интересно стало, что там будет дальше. Ну, дорогих марок там нету. Ну вот, попались марочки негашенные. Марки состояния разное. Пролежали они много лет. Вот, вот такие вот марочки. Очень много еще у населения разных интересных вещей попадается. Очень много. Я в день выезжаю по 2-3, а то и 4 раза на закупки. Мне люди звонят, я выезжаю. Также вот марки попались в конвертах. Буду перебирать, смотреть. Более интересные марки буду отлаживать, комплектовать их. А остальные марки я обычно продаю, просто вот набивая альбомы вот таким вот образом.
и выставляю на аукционы, и на аукционах продаю. Мне постоянно задают вопрос, где и как я покупаю. Ребят, покупаю я у населения, даю рекламу, и мне звонят по рекламе, и я покупаю. У населения еще очень много вещей, которые им не нужны, и они просто выбрасывают их. Просто выбрасывают, они им не нужны. Вот, например, я купил 5 мелочи. Это мелочь СССР. Здесь вот есть жетоны для метро. Человек специально поотбирал вот двадцатки к двадцаткам, двоечки. Полностью расфасовал по номиналу все монеты. Здесь, ну, 7900, ну, 8 килограмм, грубо говоря. Вот такое количество рублей это я забрал с одной квартиры. Очень много еще на квартирах. Очень много. Человек говорит, что они их собирали, кидали в трехлитровую банку и собирали. Просто вот им попадались. Вот даже юбилейки. Здесь даже вот юбилейка есть. Посмотрим, каких годов. Я еще не пересматривал. Вот я смотрю, юбилейка начала попадаться. Вот я при вас только открыл этот пакет. Я его даже не открывал. Я это все купил на вес. Купил я это все за, по-моему, за 150 гривен. Где-то листочек у меня с квартиры остался. Да, вот покажу вам, что за какие деньги я купил. Монеты 8 килограмм за 150 гривен. Человек хотел эти монеты отнести на металлолом. Просто на металлолом. Но когда я сказал, что я куплю у него эти монеты, он их даже расфасовал. Хотя можно было и не фасовать, но человек расфасовал. Железную дорогу купил я за 200 гривен. Значки, пакет со значками за 20 гривен. Ножи, там ложки парочку было. Сейчас я вам покажу их. Я их не стал пока. Вот такие вот Мельхиори я забрал за 30 гривен. Два приемника я забрал за 70 гривен. Открытки марки за 100 гривен я забрал. Так, потом что у нас? Шахматы. Ну, шахматы в пластиковых коробках. Там пластиковые шахматы за 50 гривен. Там одна коробка, разнобой, и есть некоторые лопанные. Фотоаппарат и трубу подзорную я забрал за 100 гривен. Труба очень в плохом состоянии. Тубус можно будет продать. Ну и трубу можно будет на запчасти продать. Ребят, цены я не говорил хозяину. Хозяин через интернет все просмотрел, попробивал. И передо мной к нему приходил человек. Назвал походу ниже цену, чем он хотел. И я по его цене. Вот это все было куплено по цене продавца. Я даже мог бы дать ему больше за этот товар, который я купил, но человек сам предложил мне, вот он написал мне, как бы почем он хочет продать, и я у него купил. Также попались мне обалденные вот такие вот часы Маяк, ходики. По-видимому, они ни разу не были в использовании, я их еще не запускал, не смотрел, но часы довольно хорошее состояние, нету на нем ни потертости, ничего. Вот шишка. Здесь походу нету маятника, но маятников у меня хватает. Я всегда отлаживаю, если часы даже продаю, вот, как бы всегда с маятничками. У меня всегда есть маятнички, пускай он будет не оригинальный, но это будет маятник. Я еще по интернету посмотрю какие-то маятники. У меня их штук, наверное, 50 есть разных маятников. И я думаю, я подберу. Потому что бывает, продаю часы там на запчасти, но маятник я отложу. Также у меня есть шишки, противовесы, гирьки. Это все у меня есть. Просили показать полки. Что у меня есть? Начну я вот отсюда. И просили, чтобы я медленно
показывал, люди не успевают смотреть. Елочных игрушек очень много, у меня разных елочных игрушек. Не доходят просто руки, времени нету выставлять их на аукционы. Но игрушек много есть. Кого интересуют игрушки, спрашивайте, сделаю фото, покажу, какие есть. Вот у меня несколько коробок, там он всякие конфетти, игрушки. Здесь вот у меня игрушки, там он игрушки, есть миниатюрные игрушки. Есть очень много разных игрушек. Приемники. Очень много приемников продается. Керамика, стекло, фигурки. Очень много есть у меня разных предметов. Смотрите, может кто-то увидит предмет, который его интересует. Напишите мне, я вам сделаю более подробное фото, опишу его. И мы с вами договоримся о цене. Очень много у меня ваз, пластинок. Пластинки есть довольно интересные. Фотоаппараты. Может, кого-то интересуют какие-то фотоаппараты, фотооборудование. Очень много у меня есть объективов, фотоаппаратов, пластинки. Вот недавно попался вот такой вот альбом с пластинками. Старые пластинки, это видно на граммофоны, на патефоны. Вот такие вот старые пластинки. Это целый вот полный альбом разных старых пластинок. Я их еще не смотрел, не пересматривал. Что там, как, будет время, пересмотрю. Может, кого-то интересуют пластинки, напишите, я посмотрю, есть ли у меня такие. Если есть, я вам скину фото. Шкатулки. Вот такие вот разные изделия. Приемники, часы. У меня очень много разных вещей. Книги. Очень много книг у меня по искусству. Я постоянно покупаю книги. Я сам читаю их. Мне нравятся книги по искусству, исторические всякие, книги с картами. Вот, мне нравится. Если кого-то что-то интересует, вы напишите мне. Вот такие вот бутылки интересные. Я тоже бутылки забираю. Потому что люди также коллекционируют бутылки. И они неплохо продаются. Картины, миниатюрные картины разной тематики. Это живопись, это маслом, на холстах, на фанере, это разное. Вот так вот выглядит мое рабочее место. Здесь тоже все продается. Можете посмотреть, кого что заинтересовало, и вы можете приобрести. Да, вот такие вот попались мне интересные предметы. Китай. Это для благовоний. Парные они. Это сделаны они из бронзы. Китайский гороскоп по кругу. Собака Фу. Собака Фу — это летающие львы, которые кормят по легенде молоком Будду. Также у меня очень много объективов, монет. Может, кого-то какие-то монеты интересуют, вы напишите мне. Маяки, кстати, тоже продаются. Маяки работают, не работают, по-разному получается. Иногда работают, иногда не работают. Также аудиокассет очень много.
очень много разных интересных вещей, и они постоянно пополняются. Очень много продается и очень много пополнений. Вот так вот прошла моя неделька. Пишите свои комментарии. Не забывайте поставить лайк. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Смотрите видео, смотрите до конца. Кто-то, может, увидел свой предмет, который долго искал или хочет найти. Я также делаю предметы под заказ. Если у меня нету такого предмета, я знаю, например, человека, у которого есть этот предмет. И я могу вам сделать под заказ тот предмет, который вас интересует. Ставьте лайкосы, подписывайтесь, пишите комментарии. Я стараюсь на все комментарии отвечать. Всем спасибо, до новых встреч. А я полетел работать.